Здравствуйте. Здравствуйте. Кто делал? Рам или я? Да, очень красиво. Скульптура символичная. Это связано с победой на Куликовском сражении, потому что Владимир Храбрый, вот второй всадник со знаменем, он возглавлял засадный полк серпуховичей, собственно говоря, которые решили исход сражения. Меня Андрей зовут. Это туристическо-информационный центр. То есть прихожу сюда, и вы даете ответы на все вопросы? На все вопросы. Где покушать, куда сходить, где переночевать? Какие-то посмотреть у нас достопримечательности. Все здесь будет предоставляться. Сувенирная лавка будет чуть пошире. Сейчас просто вот идет на стадии всей посылки. Сюда пришли, присели, пожалуйста, гостиницу выбрали. 2-4 гостиницы Серпухов. Постоянно будет кто-то работать. Да. Мы будем с 7 утра до 9 вечера. Где-то в первых числах сентября открываемся. Я как активный житель города Серпухова, проживающий в этом районе, хотела бы обратиться к вам за помощью от лица женщин, мамочек, от лица инвалидов, обратить внимание и, может быть, помочь нам с реконструкцией нашего моста. Мост, он постройки 95-го года. Вообще, да, вот этот мост, потому что он с собой соединяет две части города. На той части города находится детская поликлиника. Нам этот мост просто не... нам он очень важен. Давайте это мы единственное. Я думаю, что это очевидно справедливый запрос. Да, осталось найти деньги на него. Идеально, один к одному. Мы уже 12 лет здесь работаем. Самый главный начальник хороший у нас. Это старое здание, которое благодаря таким вливаниям значительным области превратилось просто в сказочное здание, которое от новой пристройки даже никто отличить не может. Впервые в истории 9-й школы, которая в этом году будет 53 года, мы учимся в первую смену. Это событие просто грандиозного масштаба. Привет. Ну что, как настроение? Отлично. Очень многие соскучились по школе, на самом деле. У нас учителя молодцы большие, они вот этот весенний период все-таки были мобилизованы, да и ребята тоже, хотя дистанционное обучение, оно сложное, но тем не менее. Да, и другое. Можете маску настроить? Как зовут? Семен. Семен, смотри. Инженерная мысль. Я с Сергеем Кожугетовичем разговаривал несколько дней назад. Мы 20 сентября запускаем большой патриотический лагерь в Патриоте. Стены в школе Сергей Кожугетович сделал из стекла. Нам нужно просто подумать. Мне кажется, может быть, это и быстрее, и дешевле. Если мы будем просто делать звукоизоляционное, но стеклянное решение. Средства защиты, пожалуйста. Можно как положено. Если желаете. Наша гордость. Наша столовая, 240 мест посадочная мощность. Особая гордость, потому что наши дети вынуждены были питаться в приспособленном помещении. По старому проекту у нас была столовая совмещена с актовым залом. Все по последнему слову техники. Вы знаете, что такое ТикТок? ТикТок знаю. Скажите, Мария, не все знают. Нет, я его смотрю, мне присылают, но я им не пользуюсь. Я хочу поздравить, поблагодарить за добросовестный профессиональный труд, за и отличников, и просто ребят, которым вы уделяете свое внимание. Почему у нас такой результат высокий? 300 бальников получили? 7. У нас секрет есть в школе. Секрет такой, что мы командами работаем. Мы в 5 классе вот одним составом берем. Когда детей перекидывают, знаете так, до 6 класса один учитель, до 8 другой, потом третий. Понятно. Это... непонятно, кто виноват. Или кто там герой, предположим. А так, в принципе, это результат уже учителя, естественно.
это вот всех учителей. Чего вы чай не пьете? Да. Ребята, пейте чай. Имел возможность общаться и с родителями в школе, и с учителями. Серпухов меняется. Это не значит, что нет проблем. У нас, понятно, их громадье. Но то, что благоустройство, то, что новые школы, новые места для туристов, где можно покушать, где можно посмотреть, узнать о древнем городе, историческом городе, безусловно, замечаю. Мы продолжаем работать дальше. Мы не остановимся. Безусловно, наша задача, чтобы Серпухов был центром притяжения.